тишина, спокойствие. Вот крепость, наверху польский флаг. Такие красивые домики. И все это Польша, которая нас сейчас очень радушно принимает. Если бы не был такой трагичный повод, то можно было бы насладиться этим всем. И так, конечно, все хорошо у нас, но у наши родные в Украине. Поэтому все не так радостно, как хотелось бы.